Сухих Николай Алексеевич. Родился в семье крестьянина. Войну встретил в июле 1941 года на Северо-Западном фронте, затем на Воронежском степном и Втором Украинском фронтах. Старшина Сухих воевал разведчиком, помощником командира, а затем командиром взвода разведывательной роты. Будучи разведчиком, он только за год доставил командованию 20 языков. Смело проникал во вражеские расположения, вступал в бой с превосходящими силами противника и одерживал победы, уничтожив до 300 фашистов. За проявленную стойкость, решительность, геройство награжден 3 орденами славы 3 степеней, что поставило его в один ряд с героями Советского Союза. После войны Николай Алексеевич жил и работал на Украине, умер в 1967 году. Мир живущим. Вечная память павших.